необходимости подчеркивать особый союзнический. Но еще интереснее, конечно, наше двухстороннее взаимодействие. Оно должно развиваться по всем направлениям, о которых мы договаривались, и уверен, что так оно будет. Это и энергетика, это туризм, это некоторые другие направления, которые являются приоритетными. Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее, кубинский народ справляется с этим. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности. De intentar aislar a este encuentro, la oportunidad que usted con tantas ocupaciones no recibe.